В санаторно-оздоровительном комплексе Тирова стартовала новая акция. До 31 августа любой желающий может пройти комплексное обследование, позволяющее выявить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и воспользоваться методами современной диагностики. Как известно, профилактика – это лучший способ борьбы с болезнями. Однако большинство людей, как правило, пренебрегает диагностикой и обращаются в медучреждение, когда кризис уже наступил. Специалисты санаторно-оздоровительного комплекса Тирвас призывают задуматься о будущем сегодня. Если взять среднего мужчину 40 лет, который выкуривает 12 сигарет в день, имеет давление повышенное совсем чуть-чуть, и когда-нибудь там на профосмотре ему говорили, что у него там пару раз сахар до 7 поднялся, то есть еще не диабет, но такое нарушение тестотолерантности к глюкозе. Ну и пусть у него холестерин будет 5,5, то есть так вот верхняя граница нормы. В результате в ближайшие 10 лет риск умереть у него в 12 раз выше, чем у человека без этих рисков. Поэтому мы хотим привлечь молодое население, еще без клиники, чтобы они оценили свои перспективы. Благодаря сотрудничеству с лабораториями инвитро, профилактория Тирвас предоставляет широкий спектр современных обследований. Больной получит расширенный липидный профиль с определением как плохого, так и хорошего холестерина. Плюс он получит свертываемость крови. И если нужно будет, мы поищем там диабет. Плюс он получит ЭКГ. Я его посмотрю, и мы с ним оценим, чем он может тебе помочь. Пройти комплексное обследование и получить рекомендации специалистов можно, записавшись по телефону 33 801.